Жители дома номер один по проспекту Мира буквально живут на фекалиях. Уже на протяжении 2 месяцев вся канализация в их доме стекает в подвал. Канализация 2 месяца текет уже. Звонили и в ЖКО, ЖКО говорит, это должны водоканал делать. Водоканал слышит только и скидывают трубки. И больше никто не приезжал, ничего не делают здесь. Уже 2 месяца вода стоит в подвале. Из подвала испарения поднимаются наверх и намерзают на всевозможных поверхностях. Про вонь в квартирах и даже в округе говорить и не стоит. Воняет в подъезде клинизацией. Во-первых, сырость. Дом по весне может усадку дать. И мерзнут домофонные двери. И домофон вот не работает, пока не почистишь его. И гудит постоянно. Двери обмерзают вот здесь вот. У многих в доме живут дети, которые вынуждены дышать всем этим зловонием. Жильцы говорят, что постоянно звонят в управляющую компанию «Альтернатива» и водоканал. А утро начинается не с кофе. У нас на 4-м этаже запах в квартире канализации невозможный стоит. Утро начинается с рвотного рефлекса, и в течение дня это все продолжается. УК «Альтернатива» не реагирует на наше обращение совершенно. То есть на протяжении вот уже 2 месяцев подвал весь затопило канализацией. Никаких действий ни с УК «Альтернативы», ни с РВК водоканала, ничего нету. То есть УК «Альтернатива» ссылается на водоканал, что не прочищен. Колодцы, водоканал посылает нас и не берет трубку. В управляющей компании нам рассказали, что неоднократно направляли обращение в водоканал и даже показали фото заявки с точной датой и временем. Однако, как мы видим, никаких изменений нет. Более того, как нам рассказал депутат этого округа Сергей Горланов, этой проблеме уже несколько лет. И он, и управляющая компания направляли свои запросы в водоканал, но ВОЗ и ныне там. По словам Сергея Владимировича, проблема не столько в трубах самого дома, сколько в соединительных элементах с общей канализацией. Именно из-за этого случаются протечки, и все бежит в подвал многострадального дома. В водоканале наших корреспондентов заверили, что днем отработали заявку, и канализационная система работала в штатном режиме. Управляющие компании также пообещали высушить подвал и устранить запах. Анна Паначева, Илья Борисов, служба информации телерадиокомпании «Евразия».